Новый контент, коллекция, ужасные свитеры. Ну что ж, давайте оценим их. Свитер Джейн Ромеро. Смотрите, такая вот звездочка по центру. Очень классно смотрится. Ой, ребятки, сегодня приобретем какой-нибудь свитер обязательно. Эш. У-ху-ху-ху. Такая бензопила. Смотрите, он фанат Белясика, видимо. Классно. И елочки такие внизу. А вот эта кофточка мне понравилась. А сзади ружье. Очень классно, очень круто выглядит. А я так понимаю, это рождественский свитер. Но вот этот самый простой. Блин, почему у него такой простенький свитер? Пирожок с грустью. Вот у Стива получше уже будет свитер с такими оленями. Прикольно. Вот за него можно будет взять. Юики Мура, смотрите, по центру мотоцикл. Вау. В общем, сегодня, ребятки, возьмем самый классный свитер. А вы пишите в комментариях, какой свитер понравился вам. Возможно, в следующей серии мы с вами купим его и поиграем. А, ребят, возможно, это старые свитера, которые вновь открыли. Потому что тут не написано, что она новая. Так вот, свитер. Ну, тоже простенький. А почему у Уильяма Билла нету свитера? Ведь на скриншоте был свитер. Я не знаю, почему его не добавили. Это очень странно. А также в игре в каточке я видел, что со мной в тиме играл дедушка со свитером. Почему я не могу его купить? Я не знаю, ребятки. Пишите в комментариях. Может быть, он не всем доступен. Но это печально, я как раз хотел ему купить свитер, хотя бы что-нибудь новенькое. Дэвид Кинг, вот такой вот свитер. Тоже, видимо, старый, но тут написано, что он новый. У Лори тоже есть свитерок, возможно, он тоже старенький. Вот, а так на нее скину. А, нет. Это определенный скин. Вау, Эйс Висконти, вот этот свитер мне нравится, смотрите. Тузы нарисованы, это туз в рукаве, это же его способность, да? Классный свитер. Слушай, вот этот я хочу, я бы его взял. Вот он прикольный. Он классный. Детектив Тэп. Такой полицейский свитер. Ну, в принципе, прикольно. Кейт Дэнсон. Свитер с лошадками. И у нее такой перк есть. Адам Фрэнсис. Смотрите, какой классный скин. Тут какое-то уравнение или еще что-то. Так, что тут написано? 4 плюс 4, 5 плюс 5, 6 плюс 6. Слушай, прикольный свитер. Я думаю, мы, наверное, его точно купим. Давайте, наверное, за осколки купим свитер. Подэкономим пока что голду. И поиграем сегодня за Адама Фрэнсиса. Джефф Йоханссон. Смотрите, какой свитер, ребятки. С черепом по центру. Классно. Просто найс. Но это, видимо, тоже старый, ребятки. Если я ошибаюсь, то поправьте. По-моему, это старый. Да, вот они новинки. Новинка у Джейн Ромеро. Вот она, это новинка. Новинка у Эша. У Нэнси новиночка. У Стива новинка. И у Якимура новинка, да? Больше новинок, ребятки, я не вижу. Это, я так полагаю, уже со старого Нового года были. Ну, прикольно. В общем, let's go, погнали играть. Надеюсь на ваши лайки и комментарии, как всегда, ребят. Разрушенный хлев, ферма Колдвинд. Прикольно смотрится, ребятки, посмотрите. 7 равно 12. Ну, там какая-то задачка, да? Уравнение, которое надо решить. Ну-ка, подожди-ка. Так, повернись. Это вишенка или яблоко? По-моему, это яблоко. Прикольно. Ну что ж, начинаем чинить, ребят. Оп, отлично. Надеюсь на ваши лайки и комментарии, это все очень-очень круто мне помогает, ребят. И большое вам спасибо за поддержку канала. Твою ж, блин, это колокольчик. Пора валить. Да беги, да беги, да беги, да беги, да беги. Оп, подожди, стоп, стоим. Да им, блин, лоханулся. Твою ж мать, какого черта? Тороплюсь, тороплюсь, ладно. Соберись. Соберись, все нормально. Так, смотрим. Бежит, бежит, бежит. Ага, он думал, что я прыгну в окно. Нет, нет, нет! Фу, не получилось. Не получилось у него. Надо до полета добежать. Кажется, оторвался, ребят. Отлично, неплохо. Мансанули. Сначала не собрался. Зацепил меня. Ладно, все хорошо. Главное, что оторвались. Но он все еще идет по следам. Вон он бежит.
Окей, стоим здесь. Ага, сюда. Валим. Где он? Да ёп! Промазал! Как? Это что сейчас было? Вы это видели? Он промазал! Я отбежал! Как я получил хит? Не, вы это видели? Ребят, вы это видели? Вы видели, где он стоял? Он стоял в 10 метров от меня. Какого черта я упал? Он явно промазал же, да? Возможно, это синхронизация. Возможно, он все-таки попал. Ну, не знаю, ну я подумал, он промазал. Вы это видели? Я такой в надежде, что он промазал. Бегу такой, смотрю, он далеко стоит. Оказывается, он попал. Не, ну это было охренеть. А, задержка была секунды 3, наверное. Секунды 2-3 прям. 2,5, может быть. То есть я отбежал, такой смотрю, он стоит там что-то далеко, да, в 10 метров. Думал, ха-ха, промазал. А, он, оказывается, хитанул. Просто была задержка из-за этого. Так получилось. Так, ладно, все хорошо. Все хорошо, надо подхилиться. О, спасибо. Как же приятно. Это очень приятно. У тебя хорошие классные руки. Они делают прекрасный массаж. Я тебе благодарен. О, еще бы кто-нибудь массаж головы бы сделал. Было бы просто чудесно. Благодарочек тебе. Так, повешали. Надо спасать, что делать. Мы же спасатели. Не, ну свитер вообще классный, мне нравится. Такой белый, да? По центру зеленый. Я бы такой бы тоже хотел. Прикольно. Ну, слишком легкие уравнения. Было бы что-нибудь посложнее там. Было бы прикольно. А, отлично, ее спасли. Блестяще. Давайте найдем генератор, наверное, и будем заводить. Прикольно, да, играть? Без скинов потом скучновато. Я понимаю, да, кто играет со скинами, те рисковые парни, те ребята. Да, рисковые ребята, кто играет со скинами, такими яркими, привлекательными. А кто берет кровавые скины, да, тем проще. Им реально проще спрятаться. Ну, я же все-таки снимаю для... Я же все-таки снимаю для вас, для видеороликов, для Ютуба. Поэтому нам нужно выглядеть эффектно, да? Хоть это и более опаснее. Ну, в принципе, я не против, что меня будет маньяк замечать. Мы будем как-то мансить. Вот, для мансеров скины это просто на вес золота. Это очень круто, если ты любишь помансить. Надевай самый яркий костюм, и ты явно будешь замеченным маньяком. И он будет за тобой бегать. Да, ты будешь от него убегать. Этого нам и надо, этого мы и добиваемся же, да? Так. Ну, волосы с сеном сливаются, смотрите, прям классно. Где он? Где он? Так, ушел. Он проверял генераторы, поэтому, я думаю, самое время заводить его. Он уже сюда не вернется. Опаньки, отлично. Отличненько, кого-то положил. Но не поднимает. О, спасибо. Мы сейчас быстро заведем генератор с ним. Отлично, у него есть тем более перк. За жетоны быстрее, в общем. Проверки реакции простые в успешные превращаются, боже мой. Чё? Сбежал? Какого черта я сбежал? Маньяк, видимо, ливнул, что ли? А зачем? Ну, я как бы не буду репорт давать, но это было как-то немножко странно. Я еще брал с собой торт, чтобы очки вдвойне умножить. Он взял и ливнул. Я хотел подольше поиграть, все-таки видеоролик снимал. Ну, блин, печально. Ну, ладно, пофиг. Вышел так вышел. Давайте еще разок поиграем. Немножко некрасиво было. Заброшенная скотобойня, ферма Колдвинд. Продолжаем играть, надеюсь, сейчас будет получше. Ну, сразу понятно, что против нас играет Фредди. Знаете почему? Я думаю, все знают почти что. Потому что такая вот туманка и вот этот пепел падает, как в Silent Hill. Черный. Это значит, мы во сне. Тем более, видно даже внизу слева, что мы сейчас находимся во сне. А если мы находимся во сне, значит что? Значит, мы во сне Фредди.
в его мире. Да что ты будешь делать? Ну, блин, ну прости. А, могли бы завести генератор. Я запорол. Редко такое бывает, но бывает все-таки. Я тоже человек и запарываю. Видели бы вы, как я раньше запарываю, боже мой. Я раньше вообще не умел играть в эту игру. Вот, ну, вы меня круто поддерживали, поэтому я научился, ребят. Потому что вам это нравилось. Вы хотели видеть Dead by Daylight в моем исполнении. И, пожалуйста, вы сами создаете меня. Мой контент. Так. Сейчас проснемся. Будильничек! Я пришел в себя. Теперь это не сон. Пепел, видите, пропадает. Все, пепел пропал. Значит, я не во сне. Я проснулся. Замечательно. И если я не во сне, я быстрее завожу генератор, у меня быстрее проверка действия. Мне быстрее действие какое-либо происходит. И меня Фредди Крюгер не видит. Одного таки он поймал. Ну ладно. Мы пока что позовем. Вот, отлично. Скорее всего, вдвоем, наверное, заводили. Быстро завели довольно-таки. Оп, замечательно. Так, и я как раз заведу. Нам останется три генератора. Отлично, вроде пока... О, пришла на помощь. А кто-нибудь его пойдет спасать? Кто-нибудь тиммейта нашего пойдет спасать? Ой, кажется, он к нам идет. Да заведем и пойдем. Фу, ё-моё. Что я в эту сторону пошел? Вон он. Прибежал. Так, спасли тиммейта с крюка. Короче, я придумал затею. Будем подламывать генератор. Ой, генератор, боже мой. Подламывать крюки. Но не до конца. То есть, если Фредди пойдет вешать кого-то сюда, мы доломаем, чтобы он не повешал жертву. Это неплохая тактика. Ей некоторые пользуются, но мало кто. Ну-ка, главное, чтобы он сюда пошел. У меня слепота, когда я во сне, у меня слепота. А, забывчивость, прошу прощения, забывчивость. В том плане, что я перестаю видеть ауру. Я так полагаю. Поэтому лучше проснуться. Будильник рядом. Можно будет проснуться. Только подойти. Так. Ой, это мой будильник, мне надо проснуться срочно. Он звонит. Сейчас. Отлично, найс. Все, я проснулся. Спасли, молодец. Спасли нашего тиммейта. Ну, очень хорошо. Давайте здесь надломаем. То есть поняли, да? Есть такая тактика хорошая. Вы подламываете крюки, но не до конца. Оп. И если убийца, маньяк, несет жертву на крюк, вы это видите, вы понимаете, что он к этому именно крюку идет. Вы быстренько подламываете, и он не может его повешать. И тем самым он либо пойдет к другому крюку, что, возможно, не дойдет, либо же его просто бросит на землю. А это высокий шанс, что выживший вырвется. Либо же, если он бросит, вероятен шанс, что его поднимут. Либо он сам поднимется, если у него Ванька-встанька есть. В общем, шансы на выживание тоже увеличиваются. Хорошая тактика. Мало, ребятки, мало кто пользуется. Я сколько играл за маньяков, ни разу мне такой не попадался. Но тактика неплохая. Он уже гоняется. То есть, еще бы, если он пошел к этому крюку. Поэтому нужно сразу все надломать и контролировать их. Так, попробуем это сломать. Так я, ну, надломать. Я уже сколько? 3 или 2 надломал. Это сейчас надломаем. Блин, я опять во сне. Так, он вроде ушел. Давайте попробуем надломать. У меня сейчас более медленные действия. Так, отлично. Генератор что-то никто не заводит. Двое подхилились, да? Замечательно просто. Так, 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 так. Вот, оставляем. Побежали, побежали, побежали. Может быть, сейчас будем ломать. Слушай, прикол! Ну я бы и так не успел. Он в подвал несет. Ну ё-моё. Попробуем спасти сейчас.
Сейчас он уйдет немножечко. Вот тут постоим. Если что, помансим. Так, вроде ушли. Ушел. Вроде ушел. Так. Быстрее, 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 быстрее. Все, я иду. Но он тоже сюда идет. Беги! Бежим, бежим, бежим! Валим, хороший шанс. За кем пойдет? Я даже не заметил его, боже мой. На, попались мы. Ладно, я, в принципе, сам могу сбежать. Блин, сообщить бы ему, чтобы он не спасал меня. Я же специально первый взял. Я сам хочу сбежать, попробовать. Ну, в смысле, не попробовать, я 100% сбегу. У меня 100% вероятность сбежать. После того, как я кого-то спас с крюка. Сейчас подождем, когда он уйдет. Ну, сейчас, конечно, еблю на облом будет, если она пойдет спасать. Ладно, прости, я хочу вспрыгнуть. Посмотрите, побег с крюка 1500 дает. Неплохо. Неплохо, ребят. А если у вас удвоитель, то вам дадут 3000. Хорошо. Так. А, в принципе, можно. Он все равно на этот крюк никого не будет вешать. А, ну я мало заработал, да? Можно просто надламывать. Просто, как бы сказать... Он в подвал всех старается нести. Может, у него задание такое. Жесткая игра. Начало было хорошее. Причем никто генераторы не чинит. Да и я не чиню. Ладно, сейчас надо будет заводить. Сейчас спасем ее. Да блин. Она уже откинулась. Ее время истекло. Аптеку бы еще найти. Там почти дозаводили генератор. Так, аккуратненько переползаем. Без резких движений. Давайте дозаведем уже. Тут совсем чуть-чуть осталось. Как раз таки вот здесь и поймали ее. Она не успела завести генератор, к сожалению. Мы дозаведем. Она сделала хорошую работу. Причем мне дали, видите, мало очков, потому что я не сначала заводил. То есть дают очков конкретно, чтобы было честно. Сколько ты сделал действий? И то так бы все кнопочку нажимали, и все, и генератор бы заводился. Так более честно. Вот сейчас мы нажали на кнопку, чтобы услышали, если что, мои тиммейты. Ага. Блин, давайте проснемся и пойдем спасать. Вот он, будильничек. Сколько раз я уже просыпаюсь? Сколько дают за это? Чтобы проснуться, 100 всего лишь дают. Побежали. Не ускорение. Пофиг, потратим ускорение. Надо спасти ее. Ее спасли, да? Отлично. Зазря бежал. Так, тут есть что-нибудь? Ключик, ключик, ребятки. Я нашел ключик. Просто блистательно. Еще подхилиться. О, приятель, вылечи меня. Ладно. Я тебя вылечу, потом ты меня. Еще одного поймал. Сейчас подхилимся, попробуем спасти. Давай, давай, быстрее. Еще он меня будет хилить. Повешал. Осталось два генератора. Слушай, он нормальный такой маньяк, в принципе. О, хорошая проверка была у него. Ой, дружище, у тебя классно сильные руки. Он идет сюда. Он сюда идет, ребята. Так, все хорошо. Я за тобой. Так, 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 я с другой стороны побегу. Твою же мать, он здесь. Не получился план? Да блин. Сейчас я бегу, попробую спасти. Давай, 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 держись. Я уже рядом. Только не сдавайся. Я почти пришел. Давай я здесь. Так, отлично. Спасли. Фух.
Там завод генератор, в принципе. Надо проснуться. Минус. Минус 2 уже. Хреново. Это задница. Че, я один остался, да? Одна лежит. Он не торопится ее поднимать. А он хочет меня, наверное, найти. Я думаю, он хочет найти меня. Но у меня есть ключик, я могу попробовать люк найти. Надо прям внимательно смотреть, где может лежать, где может находиться люк. Блин, боязно. Походу я сейчас сольюсь. Люк, по идее, должен уже заспамниться. После 5 действий он возникает. Либо когда ты 5 генераторов заводишь, либо когда ты завел 4 генератора и один выживший слился. Либо когда ты, вроде как так это все работает. Либо, допустим, 3 генератора завели и 2 выживших слили. Блин. Я просто не хочу ускорение брать, спринт. Использовать. Может пригодиться. Он ее повешает. На который раз висит? Ну что, сейчас спасем ее. Или она уже третий раз висит? Она уже третий раз висит. Твою ж мать. Подожди, а что он там стоит? Он, кажется, на люк смотрит. Кажется, там люк. Да, ребят, там люк. Замечательно. Отлично, ребят. Да, вот он, люк. Пока-пока. Найс. Это было классно. А я не знал, где люк. Мне Фредди, по сути, подсказал. А если бы у меня не было ключа, мне бы точно хана бы было. Меня бы повешали. Просто отлично. Что-то пишет мне, смотрите. Не русский, да? Англоязычный. Ну, прикольно, классно поиграли. У меня был ключ. Приятель, я его нашел. Мне крупно повезло. Почему такие ранги? Потому что, ребятки, было обновление сегодня, да? 13 число было, 13 числа сбрасывают ранги. Поэтому как-то так. У меня был где-то 13 или 12 ранг. Ну, я зеленый был, в общем. Блин, классно поиграли. Один вообще, один просто ливнул. Вот это было некрасиво, конечно, с его стороны, что он ливнул. Надо доигрывать до конца, надеюсь, ему дадут временный бан. Вот, дружище, ищи себя на ютубе. Как всегда, ребятки, я благодарю вас за поддержку канала. Всем хорошего настроения, хороших каток, удачи, увидимся в новой серии. Всем пока.